Гражданочка! Гражданочка! Да? Одну минуточку! Вот то, что я вам говорила. Вы видите, что делает? Нет. Граждан, нужно разобраться. Да, нужно разобраться. Пройдемте, пожалуйста, Маша, ко мне в кабинет. Держи. Вещи возьмите. Гражданка. Вещи, гражданочка, вещи. Возьмите. А, ну, так. Хорошо. Скупает все подряд во всех отделах. Нет. А 26 размера по 46. Так у меня... Одних пеналов 7 штук. Я понимаю. Скупает все, а потом спекулирует. Да что нет. Вы врете-то? Что вы врете? Маша, ну не ждала. Да врете вы, врете. О, нет, они еще оскорбляют. Сержант, составляй протокол. Гражданка, пройдите. Да, сержант, составляй протокол. Извините. Вот так. Мне будут звонить. Составляй, сержант, протокол. Вот, хлеба 3 буханки. Вот, сахару 5 килограмм. Вот тут вот котлет любительских. 40 штук. И вот сосиски. Нате, что вы делаете? Килограммы. Безобразие. Нате, ну успокойся, я сержант. Я вот требую. Выберите. Молодец. Молодец, мамочка. А мне, может, вот для них картошки нужно тонну на зиму, 1000 килограмм. Вы тоже скажете, гражданка, 1000 килограмм. Подождите, товарищ сержант. Вон она, он говорит, 26 размер по 46. А вон они у меня и есть всех размеров. 26 по 46. Вы что думаете, дети-то что, безразмерные, что ли, бывают? А это порядок, да? Не подумать о многодетных матерях. Герои Советского Союза, герои труда, все могут без очереди. И правильно, что без очереди. Граждан. Правильно, товарищ сержант. Ну, а матери-героини, они все в очередь. Гражданка, успокойтесь. А, между прочим, гражданочка, вас... всех этих героев, товарищ сержант, их всех мать родила. Вы извините, пожалуйста, мы ошиблись. Извините, пожалуйста. Нет, вы меня извините, товарищ сержант. Ну, просто у меня вот, видите, у меня 8 человек детей. Неувязочка, конечно, получилась в данном случае. Но вообще-то, девушка, порядки у нас тут правильные. А то есть и такие героини. Сколько детей, столько отцов. Она ведьма! Ведьма она! Маша, что я тебе говорила? Прекрати сейчас же! Я кому говорю? Ты что? Ой. Сержант, что это, а? Что это такое? А это быстро, сильно, долго, крепко действующий клей.